Чувак, у тебя 6 миллионов подписчиков. Какие могут быть причины уходить из Ютуба? Ты делаешь свое любимое дело. Тебя узнают на улице. Хотят фоткаться с тобой постоянно. Ты популярен. Кучу денег зарабатываешь. Чё тебе вообще надо-то еще, а? Чё тебе надо-то? А ничего, что меня помнят только из-за коротких роликов, когда меня из квартиры в Казахстане выгнали за то, что я разрисовал старый холодильник в своем стиле. Потом еще чуть из Турции не выгнали. За то, что я зарисовал старую картину. Хорошо, директор нормальный попался. Ему понравилось мое творчество. Вот! Из-за этих историй меня только и помнят. Потом еще эта история в Индии там со стеной. На меня тогда навалилось все как огромный ком злости и ненависти. Я в голове вообще представлял все по-другому. Творчество, искусство, любимое дело, вдохновение, да и все, что ты там говорил, а? Меня помнят только из шорцев и тиктоков, что я там кому-то испортил что-то, что я выполнял челленджи. По крайней мере, они так думают. Хотя все не так. И только поэтому ты сейчас хочешь сдаться и уйти. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. В общем, если ты мне сейчас все разложишь по порядку, и я поверю в то, что ты мне сейчас скажешь, что тебе нужно уходить из Ютуба, и я, и все вокруг поверят в это, то тогда уходи. И с катертью тебе дорожка. Только не вздумай потом вспоминать о нас. Хотя нас уже 6 миллионов. Там. Ну давай, назови мне хотя бы одну причину. Только ты не торопись, все по порядку, мы тебя внимательно слушаем. Да я вообще не думал снимать ролики в таких масштабах, тем более шорцы. Это же короткие ролики, в них нет никакой серьезности. А ТикТок? У тебя там уже 2 миллиона подписчиков сейчас. Спускайся давай. Ща, погоди. ТикТока больше нет. Не вспоминай про него. Тем более, блядь, это какая-то детская хрень. Думал, стану звездой искусства, а его закрыли. А потом вообще заблокировали. И все мои 2 миллиона подписчиков. Короче, потерял я свой аккаунт. После каждого падения будет взлет. Хрен с ним, с этим ТикТоком. Вот Ютуб, это круто. Кстати, как ты набрал столько подписчиков? Пойдем расскажешь. Сколько, столько? Причем здесь количество, чувак? Я стал зависим от этих цифр. Просыпаюсь и сразу лезу смотреть, сколько там у меня этих лайков, сколько подписчиков. А когда их мало? Я знаешь, какой злой? Знаешь? Они подсадили меня на цифровую иглу. Я стараюсь, делаю. Вот ролик, например, золотой кнопкой я снял, а он... ни хрена не набирает. Они хотят, чтобы я каждые 5 секунд, каждый божий день выкладывал ролики. Они не ценят труд. Я не знаю, зачем мне все это. Цифродрочество. Зависимость, значит, да? Ты хочешь бросить свое любимое дело из-за каких-то эмоций. Чувак, не каждый так может, как ты. Цифры – это доказательство твоего труда. Да, ты был зависим. Но это пробудило в тебе творчество. Я стал зависим не от творчества, чувак, а от того, сколько подписчиков придет, сколько лайков, сколько просмотров. Это гонка херни какой-то. Я не хочу больше бегать в этом дерьме. Ты тупой, что ли? Как на тебя подписалось столько людей? К
Короче, я не вижу причин уходить из-за этого. Ты творческий. Начни делать то, что тебе нравится. Вот, смотри. На прошлой неделе подписалось 100 тысяч, а на этой неделе 90. Все, я хочу срать. Не убедил ты меня. Давай более весомую причину. Они все время хейтят меня. Постоянно пишут гневные комментарии, что я рисую какое-то говно, какие-то черточки, палочки. Пытаются меня постоянно шантажировать. Что? Отпишутся от меня? Получил долю любви от своих хейтеров. Любви? Это ты называешь любовью? Послушай сюда, малец. Если ты не понимаешь юмор, это всего лишь твои проблемы. Я просто хочу помочь тебе. Говно твоя причина. Вот взгляни на это, как на вызов. Ты, например, делаешь крутой контент. А хейтеры — это всего лишь часть игры. Внимательно слушай, не отворачивайся. Есть те, кому не нравится твое творчество. Это да, согласен. Но есть те, кому нравится твое творчество. Ты пойми, людям не всегда нравится что-то одно. Все люди разные. Ну а как я должен с этим мириться? Забить на них огромный железобетонный болт? Я не могу. И не замечать их. Они же есть. И появляются каждый день. Слушай, сынок, порой люди бывают очень жестокими, когда завидуют. Просто продолжай делать свое дело. Тем более, если они цепляются, значит, ты делаешь что-то стоящее. Не останавливайся на том, что тебе кто-то что-то скажет. Какие-то там левые, другие чужие люди. Ну, иногда, да, нужно прислушиваться к конструктивному мнению. Может быть, что-то новое откроешь для своего дела. Спасибо, конечно. Вроде все понятно. Но я не могу пока что справиться с этим. Как-то тяжеловато. Тем более, я не только поэтому хочу уходить из Ютуба. У меня еще есть причина. Погоди, погоди. Набери мне завтра, мне надо бежать. И не унывай. Уныние – это грех. Грех. На следующий день я начал звонить ему, как мне было велено. Но никто не брал трубку. Пока я думал и размышлял про следующие причины, про упущенную выгоду, что вместо Ютуба я бы мог сейчас уже записать 2 музыкальных альбома или построить свой собственный дом, где растил бы сына и делал бы свой бизнес. Хотел сказать ему про крохотный доход, что, гоняясь за просмотрами, невозможно заработать миллионы денег и осуществить свои мечты, по крайней мере в данный момент нынешних событий. Ну и наконец про то, что от этого всего у меня постоянное выгорание. Чем чаще я взлетаю, тем чаще я проваливаюсь в яму безысходности и разочарования. Возможно, я все это придумал себе сам, но пока я пытался дозвониться и достучаться, не пойми вообще до кого, внутри меня что-то щелкнуло, и я понял, что мне нужно время, чтобы принять взвешенное и окончательное решение. Скорее всего, я уйду из Ютуба, и это будет тогда, когда мое тело покинет этот мир.